25 июня в Конгресс-холле завершился конкурс профессионального мастерства специалистов по работе с молодежью. 7 финалистов представляли Азовский, Горьковский, Муромцевский, Русскополянский, Черлакский, Таврический и Нововаршавский районы. На предварительном этапе соискатели наград защитили авторские программы, поучаствовали в интеллектуальной викторине и деловой игре. Последнее испытание – рассказать о своих достижениях в любимой профессии. Конкурс проводится Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области уже в 5-й раз. С каждым годом количество желающих получить звание лучшего специалиста растет. Основатели и лидеры молодежных движений, волонтерских отрядов, семейных клубов. В такой важной и непростой работе поддержка со стороны просто необходима. Это самое важное для министерства – увидеть и не столько оценить, сколько вот просто показать всем, насколько квалифицированные, творческие, талантливые люди работают в сфере молодежи. Политики. А это именно так, потому что здесь работают люди, которые дают всю душу, всех себя ради именно той деятельности, которую они выполняют. Победителем конкурса лучшим специалистом по работе с молодежью была названа Светлана Малько, руководитель семейного клуба в Черлакском муниципальном районе. Победить в этом конкурсе для меня большое счастье, большое достижение. Не ожидала, конечно, что сегодня буду победителем, потому что все конкурсантки были достойные. Просто вот нет еще слов, я не могу еще собраться с мыслями. Все финалисты были отмечены дипломами и ценными призами. Также на мероприятии состоялось награждение руководителей органов по делам молодежи, специалистов и директоров учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов.